Ну здравствуйте, друзья! Прошла еще одна неделя, и снова я с обзором на ваших экранах. Сегодня поговорим об игре, которой недавно исполнилось 5 лет, и это игра Point Blank. Point Blank – компьютерная игра в жанре массового многопользовательского шутера от первого лица, разработанная компанией Zepeta и изданная NCSoft в 2009 году. В 2010 году стал киберспортивной дисциплиной и до сих пор активно развивается в этом направлении. Бесплатная регистрация в игре. Регистрация может произойти двумя способами. Либо регистрируешь логин и пароль, либо через любую социальную сеть. Более 150 видов вооружения, от обычного К5 до крысы Супервиз. 11 режимов ждут тебя в игре. Можешь бомбу обезвредить или устроить замес. А тем, кто любит что-то необычное, Point Blank дает режим с динозаврами. Вот это круто. Не забудь про 40 уникальных карт в этой игре. Они не дадут соскучиться тебе. Ну что же, давай подробно разберем Point Blank. Начнем с геймплея. Он очень удобный, динамичный и дикий. С первой же минуты понимаешь, что нужно делать и в кого стрелять. Такой геймплей пришелся мне по душе, и за него меньше десятки, но я никак не дам. Графика в игре, конечно же, не новая, но держится на достойном уровне. Из-за нее я, пожалуй, дам восьмерку. Идем дальше. Музыку и звуки я оценил на семерку. Вроде как бы все есть, и музыка, и звуки. Только вот все однотипно, хочется побольше музыки под такой геймплей. Теперь поговорим о донате. Чем выше балл, тем меньше доната в игре. Ну что, поехали? Донат я оценил на 9 баллов. Без него можно обойтись, качнуться до ауга или АВП, и ты забудешь про донат, уж поверь мне. Не могу пройти я мимо читеров, к сожалению, они здесь есть. Но только ты включишь ВХ, и сразу бан тебе дадут, навсегда. За читерастов я дам восьмерку. Пора подводить итог этой игре. А итоги у нас с вами таковы. 8 баллов для этой уже не новой игры. Мой совет — поиграть тебе в нее. А я прощаюсь и говорю пока. Скоро снова свидимся, друзья.